Привет. Приехала сразу три посылки с Алиэкспресса. Хочу распаковать их, показать вам, что приехало. Тут ничего такого особо интересного нету, но может кому-то будет это полезно, знаете, как кто-то хочет заказать какую-то мелочь и боится, что придет какое-то фуфло, поэтому я распакую, ссылки оставлю внизу в описании. Смотрите, здесь по идее должен быть силиконовый ковер, ручки и шнур. Так, начну с ковра. И расскажу маленькую историю про то, как я получал эти посылки. В общем, новая почта. Обычно с Алиэкспресса у меня приходят посылки на Укрпочту. Но в этот раз пришли на новую почту, сразу три в одном пакете. Походу, новая почта как-то перехватывает посылки. Но я даже думаю, блин, ну неплохо, новая почта, наверное, лучше, чем Укрпочта. Да? Но в итоге посылки потеряли. Как потеряли? Просто вот этот человек, который упаковывал три посылки в одну, да, здесь сзади мой номер телефона написан. Но когда я его перебивал на один пакет большой, он один лишний ноль туда дописал. И в итоге я там очень долго созванивался с техподдержкой. Они меня постоянно говорили, что вам перезвонят с международного отдела. И, короче говоря, мне никто никак не мог перезвонить. Это длилось пятница, потом понедельник, вторник. И в среду мне позвонили, сказали, что моя посылка на отделение. Я пошел на отделение, дал им этот номер, трек. Они говорят, это не тот номер. Я опять звонил в поддержку, и они только потом мне дали номер накладной. В общем, они запороли бок. И я как бы не мог найти свои посылки. Ну, слава богу, что все хорошо закончилось. Начнем распаковочки. Значит, мне мама заказала коврик силиконовый для того, чтобы что-то там на нем лепить, да, из теста, раскатывать коржи. Смотрите, история с ковриком тоже очень интересная. У меня этих ковриков уже два. Я заказал вначале коврик на сайте Wish, но он не пришел в срок, и я открыл спор, в общем, выиграл, мне вернули деньги за ковер. Ну, я думаю, вернули. И потом заказал на Алиэкспресс. Прошла неделя, и пришла посылка с ковром. Я думал, что нифига себе Алиэкспресс как быстро доставил. Оказывается, это тот ковер пришел, который с Wish я заказывал. Ну, в общем, ладно. Там копейки, я думаю, что не сильно. Ничего страшного. В общем, ковер этот 4 с чем-то доллара, 4,75 цента, по-моему. Заказал 40 на 60 сантиметров. Давайте померим. Да, 60 на... Ой. На 40. Все верно. Ну, вот такой вот ковер. В принципе, вот здесь вот эта вот часть, она приклеивается, да, к поверхности. Вот эта часть, вот я отклею, тут она вот хорошо. Но она, когда будет всей плоскости, она хорошо пристает к поверхности. В принципе, можно на ней хорошо лепить тесто, да, раскатывать эти блинчики, там всякие, не знаю, коржики. Вот толщина такая у него. Он, в принципе, не сильно толстый. Но этого достаточно. Так, чтобы прикрыть стол, знаете, как от муки потом не сильно его там отмывать. Сразу на этом коврике все. Можно сделать. Вот тут какие-то еще температуры. Я не знаю, что это такое. Смысл. В общем, может кто-то, кому-то будет интересно, конечно. Вот тут такие вот значки всякие на нем рисованы. И такие. И разметка. Разметка по краю. В сантиметрах. Вот сантиметр написано. А вот здесь вот в дюймах. Ну, кто пользуется дюймами у нас в регионе, вряд ли кто-то. Так, едем дальше. Следующая распаковка. Что тут? Что? О, это кабель. Отлично. Отлично, я хотел давно такой кабель, эти кабели ломаются. Конечно, я вам сейчас на телефоне не смогу продемонстрировать, как это работает. У меня нету сейчас телефона другого под рукой. А, хотя подождите, у меня есть... Ух ты, такой магнит сильный. Ну, слушайте, магнит сильный такой, класс вообще. Как оно попало, не попало. Вот, у меня есть такой телефон. Сейчас я в него засуну.
О, смотрите, я включу в розетку, и она светится. Прикольно, с подсветочкой. Так. Ух ты, увидели, как она отвалилась. А, класс. И сразу на магнит. Так, все, да, я вставил. О, все, я вставил. А, этот коннектор. Коннектимся. Хоп. Пошла, да, зарядка. Ну, судя по тому, что зажегся экран. Я вообще не понимаю, телефон выключен это или включен был. А, подождите. Ну, в общем, зарядка пошла, вы видели. О, зарядка. Видно вам, не видно? О, вот, зарядка. Ха, класс, слушайте. Оп, отключился. Хоп. Включился. Так я не убачу. Ну, работает, в общем. Прикольный шнур. Мне нравится. Давно такой хотел. Чтобы не мучиться с этими втыканиями и, ну, заодно не расшатывать этот USB разъем. Хотя, видите, этот телефон уже ему сколько лет, и этот разъем живой, все в порядке. Так, ну и последняя посылка. Последнюю посылку я купил, честно говоря, знаете чего? У меня просто был купон на $1. И я думал, блин, как бы его использовать? И что я купил? Я купил ручки, $1.70, по-моему. В общем, я заплатил со всеми там купонами, скидками у меня было, короче. Я заплатил за него, за них 7 гривен. Вау, прикольно, слушайте. Тут еще, видите, вот защита какая-то на конце. Так, давайте посмотрим. Олени, да? А, это олени разных цветов. Вот, давайте сейчас посмотрим, как она пишет. Вот, прямо на этой вот упаковке и посмотрим. Ну, я вот черную возьму, да. Ой, слушайте, она гелевая. Короче, ну, ручка сама. Очень крутая. Пишет шикарно, замечательно. Вообще, мне нравится, огонь. Давайте посмотрим. Да, цвета пасты одинаковые везде. В общем, ну, вообще классные ручки, мне очень нравятся. Я не думал, что за такую цену вот идут такие крутые ручки. Все, ребята, на этом у меня все. Пока.